Короче, не работает моторчик омывателя. Вчера посмотрел на ютубе ролик, там заменили предохранитель, и все заработало. Сейчас будем проверять, так ли это или нет. Потому что моторчик я пока не заказывал. Может быть, он и сгорел, не знаю. Сейчас проверим, короче. Вот, нажимаю. Ничего нету. Водичка не льется. Такие взяли. Сейчас будем проверять. Перчаточки взял, чтобы не испачкаться. Открываем капот. Здесь. Сейчас откроем, проверим. Вот он, 10-й идет на омыватель, на моторчик. Сейчас его проверим. Ну, вроде бы, да, он подгоревший. Сейчас новый вставлю, посмотрю. Все. Так. Проверяем. Нет, значит, это не моторчик. О, не предохранитель. Что-то с моторчиком, значит. Так что будем заказывать моторчик.